Добрый день, друзья. Иногда с супругой мы любим поиграть на двух органах вместе. И для этого пользуемся вот таким простеньким микшером. Вот подключает сюда один орган, подключаем другой. Вот, хотя этот микшер микрофонный, и ну, нас он в принципе устраивает. Но тут он дешевый. Но тут недавно мы увидели, что в интернете увидели, что есть распродажа в музыкальном магазине Music Story. Такая же фирма, можно купить аудиоинтерфейс. Ну и заказали его. Цена, в принципе, так почти чуть-чуть дороже получилась нам, чем вот этот микшер. Давайте мы сейчас уберем этот микшер с проводами и посмотрим. Упаковочку, вот, пожалуйста, этого магазинчика, который нам прислал. И то, что есть в этой коробочке. А коробочка вот, оригинальная упаковка. Открываем ее. Все так запаковано очень хорошо. Вот. Написано, вот инструкция, написано Audio Interface MX2IO. Инструкция. И вот сам Audio Interface, упакованный в пакетик. Ой, его бы вытащить еще. Вот, вытаскиваем. Вот он. Что еще тут есть в коробке? А в коробке есть подкладки. И есть еще кабель USB для подключения к компьютеру. Так, давайте откроем наш аудиоинтерфейс и посмотрим, что это за зверь такой. Такая коробочка железная, металлическая. Очень такая надежная выглядит. Это вот, видите, какая симпатяшка. Это, скорее всего, уровень сигналов, левый, правый, как я вижу. Это что? Уровни, я так думаю, входного сигнала. Это вот выключатели для подключения микрофона конденсаторного, которому требуется питание 48 вольт. Это, скорее всего, включение по каналам, естественно, уровень сигнала немножко уменьшается. И это на выходной переключение линии инструмент. Так, с другой стороны. Уровень громкости на наушники и уровень громкости на выход. А, также еще здесь переключатель моно-стерео. Это спереди видочек такой. Симпатично, хочу сказать. Вид сверху. И то, что тут есть сзади. А сзади мы видим подключение. Сюда подключается USB кабель от компьютера. Это также и питающий кабель. Это сюда подключаются микрофоны, линейные входы и выход на динамики. Вот, пожалуй, все. Довольно простенько и интересно. Спасибо большое. Будем пробовать этого зверя. Думаю, будет интересно. Всем спасибо за внимание.